Coming in on a wind and a prayer. So the sun must have gone, we can still carry on. Coming in on a wind and a prayer. Привет, друзья! С вами вновь канал All Models, и я Денис Демин. Так, давайте покроем первым слоем осветления наш верх, который замаскирован солью. Для этого я развел эту же краску, Mr. Color 14. Добавил в нее процентов 15-20 белой краски Mr. Color 1. Вот, и попробовал, то есть... Сделал тестовое покрытие. Получился цвет, не знаю, видно или не видно. Он отличается от основного цвета, но он получился светлее и бесцветнее, то есть более ближе к серому, а не к синему. Вот, после этого я добавил еще процентов 5 Mr. Color 328, синий цвет. Вот, именно для того, чтобы более в синий цвет пошел наше осветление. И вот получился второй вот. Вот, если видите. Сейчас попробую показать. То есть он чуть посиней. Получился посветлее и посинее, но очень, очень мало отличается от этого цвета, то есть немножко чуть-чуть посветлее. То, что в принципе нам и нужно, чтобы пятна у нас получились не ярко выраженными, а очень-очень малозаметными. Потому что у нас это не пятнистый камуфляж все-таки, а выгорание, стертость поверхности. Вот, получился такой вот цвет. И сейчас мы им задуем наш верх. Причем будем задувать не полностью все, а только там, где я замаскировал солью. И, то есть, все поверхности, которые больше всего выгорали. Боковые поверхности не до конца буду. То есть, плавный переход к основному цвету оставлю. Давайте делаем. Думаю, что получится то, что я хотел. И очень сильно развел. То есть цвет, по идее, должен быть прозрачным и не полностью перекрывать все, а просто чуть-чуть небольшой акцент. Низ, естественно, который у нас покрыт сейчас этим же цветом нижней консоли крыла, их я трогать не буду. Они у нас останутся тем цветом, которым и были.
Так, ну... Думаю, что вот так вот достаточно будет. Что у нас получится, конечно, мы узнаем только, когда удалим соль полностью. А пока же нам надо его высушить сутки обязательно. Покрыть еще одним слоем соли. И сделать еще более светлый тон и еще раз покрыть. И только после этого мы будем снимать соль и смотреть, что у нас получилось. Обязательно все это делается с очень мощной просушкой всех слоев. Потому что снимание соли достаточно грубая такая операция. Краска должна быть очень хорошо высушена. Итак, сутки у нас прошли после покрытия последним слоем краски. Давайте сделаем следующий слой масок. Точно таким же методом. Вода и соль. Чуть-чуть сейчас более горизонтально сделаю, чтобы соль у нас не сыпалась. Ну и все то же самое, в принципе.
Сейчас посмотрим, достаточно, может быть, еще чуть-чуть побольше прибавим. Так. На боках фюзеляжа мы не будем маскировать и не будем их осветлять, осветлим только верх. И, соответственно, соль только наверх несем. Давайте, наверное, кисточкой это сразу будем делать.
Что-то у меня, по-моему, ломается кронштейн. Переделать надо будет. Не выдерживает.
Ну, ждем, пока краска высохнет. Ой, пока вода высохнет. Где-то полчаса, час. И покрываем вторым слоем. Итак, соль у нас высохла. Давайте покроем еще одним слоем краски. Еще более осветленная. То есть опять в эту же краску я добавил чуть-чуть еще больше белого и чуть-чуть еще больше синего. Чтобы у нас краска не выцветала, не становилась серой. Вот, примерно это вот выглядит в отношении тех цветов вот так вот. Вот эти вот линии, вот они. То есть чуть-чуть краска светлее получилась. Вот, давайте ей сейчас не все, но осветлим именно все вещи, которые... Все поверхности, которые выгорали больше. Бока я трогать вообще не буду, только вверх. Только горизонтальной плоскости.
Так, ну и пожалуй. Пожалуй, достаточно. Даем еще сутки на просушку и снимаем маски. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Рекомендуйте друзьям. Всем спасибо. Всем пока.